Когда меньшинство опаснее большинства, ярославский «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» в гостевой встрече в чемпионате КХЛ. Команда Игоря Никитина открыла счет в матче и сделала это в меньшинстве. Павел Красковский перехватил шайбу, доехал с ней до чужих ворот и отдал на Егора Аверина. Тот не промахнулся. 1-0. А меньше чем через минуту ярославцы удвоили счет. В похожем стиле Максим Шалунов убежал к чужой вратарской. Но делиться шайбой не стал и все сделал сам. 2-0. Удивительно, но отыгралась «Северсталь» в меньшинстве. Ярославцы проспали контратаку. А Эдди Паскуале выручить своих не смог. 2-1. Больше канадец не пропустил, а «Локомотив» забросил две шайбы после перерыва. Рид Буше и Денис Алексеев в большинстве 4-1. А последний гол на счету Артура Каюмова уже в третьем периоде 5-1. Впереди у ярославцев домашняя серия из 4 игр. В понедельник железнодорожники сразятся с московским «Динамо». Этот матч в прямом эфире не пропустите на Первом ярославском. Нелогичная игра, там мы в меньшинстве, потом «Северсталь» в меньшинстве забила. Вот. Второй хороший период провели, я думаю, что это как бы определил исход матча.